Дай карточка, пожалуйста. Пожалуйста, чек. И ваша масочка 30. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. С 12 мая в аптеке на улице Михалевича, дом 18, началась продажа медицинских масок по 11 рублей для граждан старше 65 лет. Это специальная губернаторская программа, которая стартовала 12 мая. Поэтому все граждане могут приобрести у нас маски по 11 рублей. Также у нас в наличии имеются маски по 29 рублей, маски по 87 рублей. Это многоразовые. В наличии есть перчатки разных размеров. По словам Натальи Беляковой, в аптеках дефицита масок не ожидается. Вчера мы обслужили в конкретной этой аптеке более 6500 масок за день. То есть в достаточном количестве есть маски, поэтому никаких ограничений пока у нас нет. И маски есть в достаточном количестве. Средства защиты и перчатки. Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не должны покидать своих домов. Они смогут заказать все необходимые для них товары и лекарства с доставкой на дом. Если люди, которые находятся на карантине старше 65 лет и не могут самостоятельно прийти в аптеку и получить лекарственные препараты или маски, то волонтеры, сотрудники медучреждения или сотрудники соцзащиты могут получить для них лекарственные препараты, маски и все необходимое, что нужно этой категории граждан. Купить маски в аптеках по 11 рублей люди старше 65 лет смогут при помощи своих родственников или доверенных лиц. Для этого достаточно прийти в аптеку на улице Михалевича, дом 18, с социальной картой пенсионера. По соцкарте, да, маски могут приобрести, у нас нет для этого запрета. И точно так же они по рецептам могут получить лекарственные препараты для своих родственников. Хотелось бы пожелать всем, кто заболел, скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы скорее закончилась пандемия, чтобы мы вернулись к нормальной жизни, чтобы смогли радоваться, работать, жить. Антон Карташов и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».